Предприятие госкорпорации «Росатом» – федеральный экологический оператор с опережением графика – выполнил полный комплекс работ по рекультивации объекта накопленного экологического вреда в городе Челябинск. Это крупнейший в Европе объект по площади рекультивации. Челябинская городская свалка располагалась в черте города, буквально в 2 километрах от реки Миасс. В 2019 году были проведены подготовительные работы и начато формирование тела полигона. В 2020 году было полностью сформировано тело полигона. В 2021 году в рамках этапа рекультивации посеяны семена трав по всей территории. По всей площади спланированного свалочного тела предусмотрено устройство защитного экрана. Начали работу система сбора и очистки фильтрата и система утилизации биогаза. Система сбора и очистки фильтрата расположена по всему периметру полигона. Включает установку обратного осмоса и резервуары под фильтрат. Для сбора биогаза установлены 18 500 вертикальных дрен, они соединены горизонтальными дренами. Газ попадает в газораспределительные пункты, манифольды. Затем переходит на закрытые факельные установки для утилизации. В ходе рекультивации был применен весь спектр мировых решений по ликвидации аналогичных объектов негативного воздействия на окружающую среду. Это позволило снизить выбросы в черте города на 30%, прекратить попадание вредного фильтрата в воду, улучшить качество жизни для более чем 1 миллиона человек.